Всем доброй ночи, у микрофона Саша Клейн, а ты смотришь Hello TV. Сегодня Микс Автопати выбирает самую красивую, самую сочную девушку. Мисс Микс июнь 2017, прямо сейчас, смотрим. В связи с погодой, конечно, все происходит не очень гладко, но Микс Автопати работает с 12 до 12. И это лучший автопати страны, мы ждем вас всегда всех. Сегодня, как говорится, мисс Микс, автопати, ежемесячный конкурс сегодня. 7 девочек у нас участвует, да. Пытались в этом месяце сделать немножко летнего настроения, девочки были в купальниках. Столь пасмурное лето, и осталось всего 4 месяца. Девочки, участвуйте, оставляйте заявки. Очень крутые подарки, очень красивые девушки, так что вы не пожалеете. Главный приз iPhone 7. Алексей Шайон, MC всея Руси, сегодня с вами, друзья. Атмосфера отличная. На самом деле, такие классные девчонки, прям очаровательные красотки. В общем, как всегда, у меня самый лучший вид сзади был. Мне понравилась очень мисс-сексуальность, такая вот тонкое сочетание восточной красоты, женственности. В общем, это красное платье вообще меня свело с ума. Девчонки были очень горячие, очень горячие. Атмосфера сегодня, расскажи. Вообще огонь, просто все девочки просто супер, атмосфера огонь. Я очень рад, что я имею возможность участвовать в таком замечательном конкурсе, спонсировать его. Вы сегодня вручали призы. Отбеливание зубов плюс 3 сертификата по 5000. 3 сертификата на 30% скидку на наши услуги, на любые услуги. Ты теперь в нашей команде, ты теперь в команде Hello TV, школе телевидения. Скажи, что ты чувствуешь в этот момент? О, я на самом деле очень рада. Нереально рада. Промоутеры клуба Mix предложили отправить заявку на участие в конкурсе. Правила прошла, и вот теперь я здесь. Да, всем спасибо, кто меня поддерживал. Спасибо моим друзьям. Спасибо организаторам за то, что дали мне возможность почувствовать себя королевой этого вечера. Я желаю всем девчонкам, которые хотят участвовать в этом конкурсе, верить в себя и верить в то, что ты самая красивая и лучшая. У меня заветный приз – это 7-й iPhone. Буду пользоваться каждый день.